теперь важнейшая тема. Вы думаете, я про что буду говорить? Вы видите, что я зимой не подходил к ним? Я один раз говорил, но сейчас попробую лучше обосновать. А вот это я плюнул, поехал, это было месяц назад, я сделал эту фотографию. Ну, снега в этом году больше обычного, 30 сантиметров у нас, обычно 15-20, бывает 10, а тут аж 30. Как видите, я ничего не делал. Это самое приятное, когда приезжаешь на дачу, ничего не делаешь. Вот. Второй кусочек сада. А? Вот дорожка, вот она, протоптана. Все. Все, ребята. Дальше начинается раздвоение. К этим вообще до весны не подходить, большим. А этим можно, мыши могут съесть вот эти. Но против мышиной операции мы уже говорили. Единственное, что если там, где глубокий снег, а это абрикосики, может быть, надо было бы... Не мне, нет. Они быстро оголятся. Эти, где холмы, так быстро оголяются весной. Вот. Но все-таки надо помнить о том, что основание штамба может быть самое сопреть. Оно у меня холмы. Такого давно не видел, чтобы сопревали. И все-таки получается вот такая картинка. Смотрите. Видите, тут мышам раздолья нет. Они боятся открытых пространств. Вот. Теперь смотрим дальше. Это очень важно, ребята. Очень важно. Вот она. Сейчас мы будем с вами топтать. И они как-то годом раньше топтали втроем, держались за плечи и прыгали по саду. Я А мне еще снега мало, заметьте. Тут 30 сантиметров. Тут еще можно ходить, загребая снег, если не под... Ну, то есть еще терпимо. Я представил себе, что я вытаптываю снег. Тогда возникает вопрос. Это, если я не вытопчу, у меня что, урожая не будет? А дальше на сумму беду попрыгал и говорит, это снегозадержание. Чем плотнее снег, тем лучше задержится. Я стою вот посреди сада, буквально вчера готовился к вебинару. Я, извините, что долго, я просто хочу обосновать. Я пытался понять, как задержит снег, если его потоптать. Вот он лежит, да, вот он, если солнышко пригревает, он начинает таять. Вот, видите, вот, растаяло, да? Видите, да? Сколько было снега, столько было. Если бы я вытоптал, идиотская, тупая, ненужная работа, на мой взгляд. Но если она нужна, снег как задержится-то? А я не понимаю, что таять не будет или быстрее растает. Ну, вот, может быть, там у нас будет вопрос-ответ. Ну, объясните мне, ну, первый раз в жизни, нет, у меня есть несколько... Вопросы, на которые мне нет ответа. Я не знаю, что такое Божья искра. Я не знаю, это самое, в какой момент оживает и куда девается душа. И, то есть я знаю, но, как сказать, это на уровне гипотез, предположений. Серьезный вопрос. Но здесь-то никакой серьезный. Скажите мне, как задержать снег топтанием? Смотрим дальше. Итак, она топтала. А дальше от нее может съехать крыша. Почему? Топтала. Но теперь, после того, как она все это затоптала, она вдруг берет, нагребает и закрывает, может, тут дураку догадаться можно, чтобы она не таяла, правильно? Как можно дольше не таяла. Что, по ее мнению, происходит? По ее мнению, происходит задержка просыпания. Хорошо. А вот это... Девушка, вы мне скажите... Ну, это похожий снимок, да? Вот. Вы мне скажите, когда вы это сделали? Нахрена вы через минуту говорите, а вот так вот снег надо, чтобы быстрее растаял. Ну, то есть зачернили, чем-то посыпало, может, песок. Советов много на этот счет. Действительно быстрее тает. Так все-таки, так или так, вы два совета из этой, ваш сценарист, глупых, почему глупо, сейчас объясню. Значит, нашел, обосновал, и она это все обосновала, вызубрив свою роль. Смотрите, накрыла. Так. Казалось бы, хорошо. Я вам гарантирую, что... А если дерево помоложе? А дерево помоложе до 5-7 лет грызут мыши. Считайте, что мыши мы его обеспечили. Они настолько беззащитны, мне их до слез жалко. Они их жрут. И за ними даже на моем саду даже ястребы охотятся. Правда, иногда курицу прихватывают у соседей. Бывает. Ну, это случайно. Вот. А в основном на мышей.
Даже видно, как они, когда пикируют, видно по следам, что они врезаются в глубокий снег. Вот. Коты их это тоже любят. Причем есть не любят, они сытые. А инстинкт срабатывает. Кот поймает и дома несет отчет. А как же? Чтобы не зря, мол, кормит. Вот это для мочи хорошо. Гноит, а ведь это она же не понимает разницу, что есть яблонь, есть абрикос. А яблонь это выдержит, еще долго будет держать, может, 20 лет, 30. А абрикос-то с такой штукой-то, ведь она что, не понимает, что он сгниет, чертовой матери, основание штамба. Он все равно таять будет, там будет сыро, ну, долго, и уже, так бы, вот, я же не зря вот этот снимок, да? Вот между этим и этим, вот, смотрите, между этим и этим, проходит, ну, 2-3 недели. Так, здесь, она же, зараза, если вот эту штуку, ее, наоборот, срочно убрать, срочно. Ты скольких людей оставишь без абрикосов, без груш, которые так же гниют? Такое же основание штамба гниющее. Ты что думаешь-то маленько-то? Так, ой, я разволновался уже. Сережа Пащенко, пожалуйста, вырежьте этот кусок. Вот, придумать бы название хрёсткое, отправим в этот самый, к этим. Пусть посмотрят, что творят. И их руководство этого канала. Ведь это же гнойник натуральный. Ее подруга, та вторая, она когда-то показывала. Фольгой обернуть основание штамба, чтобы лапки скользили у этих. Они же выдумывают, даже не выходя на улицу, эти советы. Чтобы лапки у муравьев скользили, и они не могли забраться на дерево. А под фольгой что творится? Вы думаете, маленько? Одна. А вот это здесь что творится? Вы думаете, вторая? А? Сергей, я на вас надеюсь, вы патриот России, я знаю. Надо сделать такое, вот из этого всего, что я наговорил, именно этот кусок вырезать, где я впервые упомянул слово «бобёр», телеканал «бобёр». Так это все. Самое интересное, что я думаю, все сказал. Дальше начинает следующее. Полежит это все, пока земля не оттаивает. Просыпается под лучами жаркого апрельского солнышка, даже юг, даже, может, мартовского. Ну, не как юг. Для меня, извините, не юг, но Москва для меня юг. Они же москвички. Вот. Значит, просыпается и зацветают деревья. А почва спит, и корни спят. Зацветают, отсюда ничего не поступает. Запасы, которые находятся в стволе, они есть. Поэтому дерево просыпается, деревья, особенно абрикосы, ранние овощи, еще тогда, когда все спит. И если отсюда не подступится этот самый питательные вещества, если не проснутся корни, урожая нету. Вы что сделали? Мышами накормили, вот так, основания сгноили, и у вас еще урожая не будет, а? Гражданка Платонова. Я уже говорю открытым текстом, я уже дурой выставил, но извините, не лезьте, куда не понимаете. Теперь она берет, тут же следующий совет. Даже не задумывай, что это другая противоположность. Растает. Так нахрена тогда укрывала? Или так сделает, нахрена показывает, что оттаяло. Ладно, оттаяло. Все правильно. Тогда для абрикоса хорошо. Быстрее оголится корневая шейка, не будет этот самый гнить. Этот способ даже где-то я больше приветствую. Но как? Вытаяло, получается почти как здесь, да? Вытаяло. Конечно, такого у вас не будет, это понятно, потому что вы не холмы, не знаете слова такого, кстати, холмы. Вот, я же видел, как ваши посадки дебильные. Вот, это ладно. Вытаяло. Дерево проснулось и попало, цветы зацвели, попало под ранние весенние заморозки. Тоже опасно. Есть третий вариант. Оставьте дерево в покое. Потому что второй вариант чуть не менее полезный тот. Но из-за ранних заморозков опять без урожая останетесь. Вот оставьте вот в покое. Не прыгайте, не топчите, не делайте ни хрена вообще. Не нужно, понимаете? Потому что, чтобы создать... Фильм лишний. Вы-то ничего не понимаете, но кто-то считает, где-то ваше, это я обращаюсь к руководству телеканала «Бобёр»,
где-то у вас есть что-то вроде консультанта. Ну, скорее всего, нету. Почему? Ну, кто-то за это отвечает. Он берет, сценарист назовем его. Он берет, открывает любую книгу, а книги написаны тогда, когда, еще раз говорю, это Южные Советы, которые один пишет так, он заставил вот так делать, гноить так. Вот. Тут же, а им надо было где-то целый час. Целый час. И вот получил зарплату сценарист, ведущая, там еще куча народу, осветители. Там куча народу, как показывали со стороны, участвует в съемках куча народу. Они все получили зарплату. И придумали советы, которые уничтожают деревья, не просто так, образно говоря, а вживую, по-настоящему. Страшный, губительный совет вот эти вот, которые сопровождаются огромным трудоемкой работой. Вспомните это, снегозадержание, топтать эти сотки. Но она-то потоптала одну минутку и пошла это самое, свои сребники за, это самое, получать там. А людям-то за что? Ведь это смертельный прием, вот сколько их. И вот тогда, когда я вот это увидел, видимо, очередное, это я прямо с этого фотографии делал, с видео. Вот, прямо это самое. И что?